Важнейшую роль в современных экономических условиях играет взаимодействие бизнеса и государства. На сегодняшний день торгово-промышленная палата выполняет роль площадки для конструктивного диалога между властью и предпринимателями. Форум «Территория прорывных проектов 2019», прошедший в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», вызвал интерес представителей малого и среднего бизнеса со всей Московской области. Вот здесь собрались несколько палат наших муниципальных, как часть системы торгово-промышленных палат Московской области, которая представляет собой около 40 у нас подразделений. Сегодня здесь представлены нам такие прорывные технологии, точки роста. Очень хорошо сконструирован сам по себе форум, начало этого форума. В отличие от чиновников, мы, живя в бизнесе внутри, понимаем, какие требования, какие чаяния, такое слово есть, у наших бизнесменов и с какими трудностями мы сталкиваемся в налоговой, в банковской системе. Поэтому нам в определенном смысле легче, общаясь с администрацией, доносить вот эти вот трудности и проблемы. Не случайно площадкой для проведения форума стал Одинцовский район. Сегодня предприятиям, работающим на территории муниципалитета, оказывается всесторонняя комплексная поддержка. Реализуемая программа предпринимательства Одинцовского района успешно функционирует и дает возможность коммерсантам получить реальную финансовую помощь на развитие своего дела. По итогам 2018 года было контракт, 4 было заключено соглашение, значит, в муниципалитете за счет средств муниципалитета. И наши предприниматели получили 2,5 миллиона рублей. Это реальная поддержка, которая существует. У нас есть коворкинг-центр, у нас есть центр, значит, в МФЦ, это бизнес-окно для поддержки малого и среднего бизнеса. Не остался в стороне и больной для коммерсантов вопрос кредитования. Сегодня предприниматели, выбирая банк, учитывают не только надежность финансового учреждения, но и наличие в нем программ льготного кредитования для бизнеса. Это очень сильная программа для поддержки малого и среднего бизнеса. Это программа 1764, запущена по линии Минэкономразвития. Мы являемся одним из участников этой программы и, ну, считаем, что получить кредитование на развитие приоритетных отраслей в малом бизнесе, в основном это производство, которое требуется именно в поддержке, по ставке 8,5%, это очень хорошее предложение. Всего в форуме приняло участие около 300 человек и более 20 предприятий. В завершении встречи был подписан ряд меморандумов о сотрудничестве. Среди них соглашение между Одинцовской торгово-промышленной палатой и местным отделением общественной организации «Опора России», а также соглашение о дальнейшем взаимодействии с Конгрессно-выставочным центром «Патриот». Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».